Добрый день, дорогие друзья! И хочу сегодня вам рассказать о таком легком совете, как быстро вытащить мебель. Вот, например, плиту, чтобы она быстро легко скользила по линолеуму. Для этого вам надо мокрая тряпка. Намачиваете весь линолеум вот таким макаром, чтобы он был мокрый. И без труднения вы вытаскиваете любую мебель. На данный момент у нас плита, или шкаф, или стиральная машина, которая у вас стоит. Это делается для того, чтобы это все у вас скользило. То есть вот беру, и все. И она уезжает как по маслу. Вот такой совет от канала Морозкиру. До скорых встреч на нашем канале.